В городе Исфанали Лекского района начались дорожно-ремонтные работы, которые не проводились здесь в течение 20 лет. Большая часть внутренних, а также связывающие села дорог пришла в негодность. Асфальт разрушили время, дожди и большегрузные авто. Длина – 1 км 350 м, ширина – 6 метров. Таковы параметры дороги, которую необходимо заасфальтировать. На это правительство выделило 8 миллионов сомов. Работники подрядной организации уверяют, что особое внимание уделяют качеству. Мы укладываем асфальт в 3 слоя, по 3 сантиметра каждая. Основу дороги мы уже подготовили. В течение 2 последних дней доставляем асфальт на место. Вчера получили 120 тонн, сегодня 200 тонн. Местные автовладельцы радуются, что теперь машины им придется ремонтировать реже. Этого ремонта дороги мы ждали очень долго, а теперь радуемся, что не будем попадать колесами в разные ямы и выбоины. Ездить будем быстрее и безопаснее. Спасибо мэрии за это благое дело. Раньше здесь пыль стояла столбом, когда машины проезжали. Но и это долгожданное и необходимое дело не обходится без различных проблем в виде заграждений и сооружений. По плану ширина дороги составляет 6 метров. Кроме того, по обе ее стороны должны проложить тротуары для пешеходов шириной в 70 сантиметров, а также арочную систему. Но на месте будущих тротуаров стоят павильоны и ограждения, которые хозяева убирать не хотят. На самом деле эти сооружения незаконные. Ни одно ведомство не могло выдать на эти земли разрешение. Поэтому в любом случае, согласие или без, сооружения будут снесены. В этом году в городе планируют отремонтировать 6,5 километров внутренних дорог. Где-то сделать ямочный ремонт, а где-то уложить новый асфальт. На эти цели правительство выделило 36 миллионов сомов. Зарина Сайфудинова, Медербек Ниязалиев, Общественный первый канал, Баткенская область.